Пять известных компаний-производителей хот-догов отметили месяц хот-догов США, устроив праздник посетителям Национального музея миграции на острове Эллис в бухте Нью-Йорка. Когда-то именно остров Эллис был самым крупным в США пунктом приема иммигрантов. Специализирующиеся на сосисках тесте компании Nathan's Famous, Walters, Sabrea, Hebrew National и Vienna Beef объединяет кое-что важное. Все они были основаны как раз иммигрантами. Именно это стало лишним поводом угостить всех желающих своей продукции на открытии новой выставки, посвященной истории хот-дога в Америке. Это так важно. Здесь пять компаний, основанных иммигрантами. В обычной жизни мы все конкуренты. Но последние 6 месяцев мы работали над этим проектом вместе. Результатом нашей совместной работы стало это мероприятие. Это какое-то особое товарищество. Для нас оно символизирует Америку. Здесь люди из разных стран с разными историями вместе делают общее дело. Для производителей хот-догов эта выставка много значит. Здесь представлены истории их семей и рассказано о том трудном пути, который пришлось пройти их близким. Это непередаваемое чувство. Ведь мы знаем историю нашей компании, знаем, как мой прадед приехал сюда в 3 года, как бедны были его родители, у них ничего не было. То, чего ему удалось добиться, его имя здесь, это так много для нас значит. Когда мы видим эту выставку, историю нашей семьи на стенде, для нашей семьи это очень важно. По словам организаторов, цель мероприятия – узнать об истории веселой, непринужденной обстановки. К тому же, такой праздник можно посетить всей семьей, ведь хот-доги любят и дети, и взрослые. Я все думал о том, как сделать историю иммиграции, нашу историю увлекательной и доступной для всех. А потом подумал, ведь я занимаюсь хот-догами, а сосиска в тесте – это всегда забавно и располагает к разговору, понимаете? Выставка откроется для посещения в середине июля.